Интеллектуальная игра под аббревиатурой РИСК, что означает «разум, интуиция, скорость и команда», собрала 7 сборных образовательных учреждений города и района. В ходе соревнования ребятам предстояло ответить на вопросы, связанные с историей нашего государства. Тема игры «Великие имена России» была выбрана неспроста, поскольку мероприятие проводилось в рамках направления деятельности «Наши победы» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», цель которого – рассказать жителям России о достижениях и героях нашей страны. Игра направлена на то, чтобы школьники узнавали историю Отечества, узнавали великих людей, которые внесли большой вклад в науку, в искусство, в военную сферу для того, чтобы Россия развивалась. Также один блок вот посвящен, повторюсь, Тверской области. Это люди, которые прославили Тверскую область не только на территории России, но и на весь мир. Командам предстояло ответить на 6 вопросов в каждом из 3 блоков игры. Причем время ответа было строго ограничено, всего лишь 1 минута. По завершению каждого из блоков ребята узнавали правильные ответы и дополнительную информацию из биографии человека, о ком шла речь. В ходе достойной борьбы победителями в игре стала команда школы номер 2 города Конаково. 2-е место смогли занять воспитанники 6-й школы, а бронза досталась сборной школы номер 1.